Друзья, приветствую вас на своем канале. В этом видео я хочу показать вам очень интересную снасть, которую можно собрать буквально за пару минут в домашних условиях без труда и особых затрат. При помощи такой снасти окунь очень хорошо ловится в глухозимье, и при виде нее ни один хищник не останется равнодушным к ней. Все очень легко и быстро делается, буквально за пару минут. И, друзья, как всегда, с меня видео по изготовлению такой оснасточки, а с вас подписка на мой канал и лайк в конце видео, кому понравилось. Поехали! И для того, чтобы собрать нам такую уловистую снасть, нам понадобится крючок маленького размера, 5 сантиметров тоненькой стальной проволочки, с таким учетом, чтобы наша проволочка проходила свободно в ушко крючка. Немножко бисера разных диаметров и разных цветов. И грузик-дробинка или же свинцовый грузик с отверстием. В моем случае это вес 2,5 грамма. И теперь один из концов проволоки заворачиваем на 180 градусов. И зажимаем его. Таким образом у меня это будет служить стопорком для груза. Одеваю грузик и фиксирую его на проволоке. Дальше при помощи зажигалки послабляем ушко крючка. И при помощи инструмента подгинаем его. Чтобы у нас вот так вот получилось. Далее оснащаем бисером наш крючок. И стопорим бисер на крючке при помощи отрезка стопорка. Бисер подбираем по цвету, который подходит к вашему водоему, и таким образом, чтобы он свободно передвигался по цевью крючка. И теперь я на проволочку с грузиком одеваю красную большую бисеринку. Она будет служить своеобразной втулочкой, чтобы крючок свободно ходил по проволочке. И также красным цветом будет привлекать рыбку на поклевку. Дальше одеваю крючок и следом за крючком одеваю еще одну бисеринку. Вот так вот должно все получиться. И теперь отступаю буквально 5 мм и формирую заводное кольцо для крепежа к основной леске. И пару оборотов делаю вокруг основной оси и тем самым фиксирую наше кольцо. Лишнее обкусываю. И, друзья, вот такая вот готовая оснасточка у меня получилась. Очень хорошая и уловистая оснасточка для ловли окуня в глухозимье. И проводка такой снасти осуществляется опусканием до самого дна и мягкими такими легкими подстукиваниями. Создаем там мул и тем самым привлекаем окуня. А подвижный крючок с бусинами провоцирует окуня на поклевку. Эту снасть можно использовать как безнасадочную, так и с мотылем. Насаживаем на крючок парочку мотыля, и он будет привлекать рыбку дополнительно. Надеюсь, вам понравилось изготовление такой снасти. Очень легко все и быстро делается. Буквально за пару минут в домашних условиях можно наделать кучу таких оснасток с разными бисерами, с разной длиной проволочки и разным размером крючка. И я думаю, на рыбалке при помощи такой снасти вам удастся поймать очень хороших и трофейных окуней. И, друзья, благодарю всех, кто посмотрел это видео до конца. Кто еще не успел подписаться, обязательно подпишитесь на мой канал и обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее интересное видео. И до встречи!